Привет-привет! И снова сегодня видео о том, что в моей сумке. Только в этой сумке теперь... это моя спортивная сумка, то есть я ее беру с собой тогда, когда хожу в спортзал. Вот такая вот. Ну, я ее использую также как ручную кладь, когда летаю. Итак, начнем. Не пугаемся. Я ее положу правильно, она как чемодан. Открывается. Большая, вместительная, удобная. Я вообще очень люблю большие сумки. В них все всегда влазит. Итак, открываем мою свалку. Вот чего здесь только нет. И значит, давайте начнем так. Это мой блокнот, еженедельник, ежедневник с ручечками. То, что я записываю всякое туда. Записываю, что мне нужно купить, что мне нужно сделать, куда пойти. В общем, все. Рабочие нюансы такой вот. Далее в этой большой сумке лежит моя маленькая сумка, в которой лежит блеск от Clarins в номере 02. Вряд ли будет видно, но не будем фокусироваться. Далее лежат у меня салфетки Shine Free. Заказывала их с Ихер. Потрясающая штука. Дальше лежит пудра вот такая вот от Isadora. В номере 13. Тоже, кстати, довольно хороший продукт. Лежит крем под глаза SPF от 25 от Shiseido. Вот, использую его... по мере необходимости наношу утром, вот, и потом в течение дня еще, но это другая история. Дальше лежит Skin Finish от MAC. Дальше что у меня еще там лежит? 10 крон. И это у меня лежат красный карандаш и красная помада номере 84 Viva La Diva. Что у меня еще здесь есть? Жвачки, как всегда, таблеток полно. Это что еще? Крона, жвачки. А здесь у меня лежит блеск от Yves Saint Laurent. Такой лак для губ в номере 18. Да, 18. Вот, это то, что в моей маленькой сумочке лежит. Давайте я сейчас сразу туда же все и закину. В общем, вот так вот это все смотрится у меня. Так вот у меня это все смотрится. Там уберем, этого мне надо. Так, ладно, все-таки потом сложу. Дальше поехали. Бутылка с водой. Выпиваю в день 3 такие бутылки. Далее лежит у меня футляр с очками. Вот такие мои очочки. Дальше лежит моя кофта. Было жарко, сняла, засунула. Классно. Такая она коротенькая. Мне муж всегда говорит, что, говорит, постирала неудачно. Вот такая вот она. Не знаю, как вам показать. В общем, там с крылышками, с капюшоном. Дальше я с работы позабирала свои зимние вещи. Это мои носки. Ну, не мои носки. Ну, вот, да, вообще, можно сказать, мои носки. Вот солнце вышло, и теперь вообще плохо все видно, и пыль вся летит. Ну, ладно, не обращаем на это внимания. Далее наушники такие вот. Такие вот зимние перчатки, зимние, электронная книга моя, которую я читаю по пути на работу и в минуты. Такая вот электронная книжка. Как-то из этого солнца совсем уже ничего не видно. А так как у нас сейчас вообще по Норвегии страйки, у нас садик тоже страйкует, то времени свободного у нас много. Дальше, значит, вот такая вот термальная водичка от La Roche-Posay. Потрясающая штука, могу рекомендовать ее всем, потому что очень хорошо распыляет, очень меленькая, потрясающе освежает. Дальше это моя спортивная футболка, потому что у нас новые правила в спортзале, в майках заниматься уже нельзя. Нужно какую-то вот такую футболку. В общем, таскаю с собой футболку в спортзал. Эта маечка я забрала с работы, потому что переодевалась там, когда у нас был субботник, скажем так. Это штаны тоже, в общем, спортивные, такие вот короткие. Плохо видно, не буду их показывать. Это, значит, у меня зарядка к электронной книге, потому что она всегда разряжается. Это я шапку забрала с работы, опять перчатки.
Опять эти длинные перчатки. В общем, у меня куча всего на работе. Замочек, потому что в спортзале для этого, для шкафчика. Всегда с собой ношу шкатулочку с запасными сережками для языка. Вот, в общем-то, вот так это все смотрится. Потому что люблю перестраховаться, скажем так. А салфетки, все знают, что это такое, не буду говорить. Мой кошелек. Содержимое так и не поменялось. Дальше у меня супчик такой. Да, иногда я ем эту гадость. Дальше. Овсянка вот такая. Всегда ем ее перед тренировками. Она сладкая, но без сахара. Какой-то сахарозаменитель. И с корицей. Вот крем для рук. Вот такой вот, значит. Дальше это у меня план нашего собрания. У нас было собрание недавно. Вот то, что мы обсуждали. Брюн Мун, это вот это вот Брюн Мун. Это отделение, так называется, там сказки. И, в общем, это то, что мы обсуждали, чем мы занимались. Далее непосредственно майка моя спортивная, в которой я занимаюсь. Такая вот обычная черная. Ну, спортивная такая, не знаю, с чего сделана. Вот кисть для скинфиниша. Часто ее удобно ее тягать с собой из-за того, что она вот такая вот в футляре. Дальше расческа, естественно. Далее, что у меня тут? Салфетки еще. Также есть у меня вот такой вот валик. Липкий. Все знают, что это такое. Почему я его... Ой, видите, что это? А, это замочек. Почему я его всегда с собой ношу? Потому что у нас живет вот это вот чудо, которое вам тоже привет, как всегда, передает. Вот. Поэтому необходимо мне носить это необходимо, потому что мои черные штаны спортивные, видите, вот они все белые-белые, все в шерсти. Поэтому я предпочитаю перед походом в спортзал, когда уже переоделась, их почистить. Вот, в общем, это все, что было в моей сумке. Надеюсь, это... А, нет, не все, подождите. Вот еще ношу с собой палетку консилеров от Buying Coins. Использую... немного их использую. В основном мой оттенок это вот этот. Видно, вот я его часто использую. Вот он мне больше всего подходит. Суховатые они, конечно, немного. Зеленые я перестала использовать вообще, потому что его очень тяжело растушевать. Почему-то даже не фокусируется. Очень тяжело растушевать его. Вот. И поэтому я его не использую. Розовый тоже под глаза раньше наносила, сейчас уже не наношу, потому что купила себе другой. А вот этот мне очень-очень нравится, он и помягче, как-то пожирнее, наверное, да. И, в общем, такой вот ношу с собой. Вот, и теперь это точно все, что было в моей мусорке такой вот этой вот. То, что я с собой ношу 3 раза в неделю, иногда 4. Вот, надеюсь, было интересно, не скучно. Простите, что летает шерсть. Солнце вышло, все видно у меня. Сейчас я вам покажу, чем занимается мое сокровище. Оно в наглую сидит на столе. Вега. Хорошо, что папа этого не знает. Ведь представляете, что творит, а? Бессовестная. Вот, и в общем, опять же, мы с сокровищем говорим вам пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Оставайтесь любимыми и красивыми. Всем пока!